have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Сегодня мы с вами будем подожди, Кавказ сказал! Главное, чтоб тебя поняли! Блин, мне кажется, или мне нужно придать новое приветствие какое-то? Как хочешь! Ой, блин, я подошел, у меня стали видны хпшки всех этих баррикад, чтоб тебя! Ну, давай. Сегодня будем отстреливать америкосов из коряка, наверное, если попадем. Там тигр стоит на мосту. А, да, он сломанный. Блин, дайте мне тигр, пожалуйста. Это на самом видном месте стоим. Во мне никто не попадает, мне вообще по кайфу. Ну, потому что это совсем неожиданно. А я могу как бы по мне пулеметная очередь кидает, о. Так потому что пулеметы здесь кривые, как не знаю что. Да не сказал бы, я с них попадаю довольно хорошо. Да, по мне чисто два пулеметчика шмаляют. Слушай, ты очень сильно палишься. Сначала говоришь, что ты здоровишься, как алкаш, потом говоришь, что ты хорошо стреляешь из пулемета, а это стиль пьяной стрельбы. Надо. Блин, похоже, меня раскрыли, что я советский солдат. Штирлиц. Я Ганс. О! О-о-о! Мы сейчас будем... Сквозь коробку, есть, да, 60! Вообще. Чувак прыгает! По мне еще ни разу никто не упал, я как бы пробежался по прямой. Я по чуваку попал на 60, он начал прыгать как зайка, чтобы я в него не выстрелил второй раз. Его добил кто-то другой. Я тут вообще беспалевный такой в тылу врага. Я елочка. Пожалуйста, не палите меня. Я елочка. Ладно, давай за... 105 хедшот! Да! 60! Они даже не понимают... Еще один саппорт, этот, ассист. Они даже не понимают, что я здесь. Офигеть! Ты сейчас где? В лесу? Я уже за мостом, я возле горящей машины. Ой, блин! Я тоже был за мостом. Только был на другой стороне дороги. А, это наш! Ай, ёлки-палки. Опс! Чисто зажал с пулемета минус 3. Я на крысу. Мне кажется, я тебя вижу. Хедшот. Нет, я под елкой. Я подарочек. Будем надеяться, что они обрадуются такому подарку. Ай-яй-яй-яй! Блин, меня... Ко мне сзади зашли. Кто-то все-таки понял, что... Медик подошел с Томпсоном. Так, ладно, секунду. Я немножко прибавил звука. Давай опять на форест. Но мне на самом деле понравилось с коряком, потому что аккуратненько такой подходишь, нычешься, сколько я 5 киллов сделал. Если бы со мной был кто-то еще, кто помог бы прикрыть сзади, чтобы ко мне медик не подкрался. Так я ж прикрывал, это как бы за пулеметчиком, мне очень удобно прикрывать. Прям хорошо так. Окей, все, короче, я пополз на ту сторону опять. А я уже как бы вообще в тылу врага. Молодец. Кстати, ты в тылу врага играл? Ой, блин, Behind Enemy Lines, это что-то очень знакомое, возможно, даже играл. Какого года игра вообще? Старая, по-моему, да? А, я не помню, я про нее узнал, получается, года 3 назад. Или... Нет, ну года 2 назад, точно. А, 2 года назад примерно. О, так наши ребята тут уже заняли все, красавчик. А ты где сейчас? Я перешел мост, бегу к этому горящему грузовику. До сих пор живой. Ну, пока. Нет, один раз меня грохнули все-таки, я же говорю, я сейчас заново бегу. Тут кто-то из пулемета поливает так смачно. Ну, я сейчас тоже бегу поливать из пулемета. С ящиком в руках. Есть, каску сбил, убил кого-то. И, кстати, каски можно, ну, пулеметчики восполнять. Нет, 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 сзади к нам зашли, сзади. Виктор Цой пришел. Вот, не зря люди говорили, это знак, что мы выиграем. А? Это знак, что мы выиграем. Что на их стороне Виктор Цой? Да.
А, стоп, на их стороне. Ну да, он мне пришел убить. Ну, нам, к сожалению, не жить. Все вот эти надписи «Цой жив» оказались правдой. Чисто как... Значит, ты сейчас где? За танком, на мосту. За танком? А я тут сейчас с гранатой как это... Ёлки! Бегу. О, дымовуха. Ты живой? Да, я живой. Тут нас пытаются справа сжать. Чувак какой-то с винтовкой обходил. Сейчас, подожди, лови. Еще правее надо было. Он где-то там. А это дымовуха. Ой, одна. Нам ответка прилетела, которая взрывается. Так. Хедшот. Хедшот. Вон он, справа. Всем хп. Этот гренадирка с... А, вижу тебя, да? Всем хп. Слева, слева обходит, погоди. Есть, 60 попал. Нет, нет, нет. Я да Цой, ты задолбал, тебя. Блин. Я за тебя отомстил. Спасибо. Да, мне высветили ассист. Просто там чуваки на нас бежали, я таких два красивых хеда повесил. Вообще, я сегодня играю, это один вообще хп, не я. Один хп я уже пятерых замочил. Или даже семерых. Красиво. А на тап посмотреть, сколько ты убил, погоди, или... Подожди, можно? А, у меня... Сейчас не показывается. На тап только общую статистику показывает. Да, я не могу тем более перемотать. Блин, меня с гранатомета убили. Не, ну не знаю, вот винтовочный геймплей мне прям нравится, говорю. А, мне кажется, или в 41-х годах не было так много гранатометов. А, были, но они в основном были, насколько я понимаю, у немцев. Эти фау-патроны и всякое такое. Ты сейчас где? Я на спауне. Я медик. А? На спауне. На спауне? Бегу. Я сейчас на ящиках прыгаю, рядом с баррикадами. Вижу, вижу, стой. Не... Меня с приятной очереди загасил тот. Да, я как раз хотел тебе сказать, не прыгай сильно, ну ладно. А? Что? Блин, ты мавуха, там чувак за машиной. А, я сейчас это хилку несу. Есть 60, я попал в кого-то. Есть 60, попал в кого-то, 60. Стой, а если... А, я могу по нашей баррикаде стрелять, да? А, ну как бы она ломается. Черт, это я все время по баррикаде стрелял. Я просто вижу 60 хпшек выходит, а выпрыгни ты. Нет! Что? Ой, все, сидим, тихо. Давай, давай. Сидим. Вот он. А у меня нету это. Я его убил. У меня хилка тут, если что. Хорошо, круто. Я потихоньку. Это наши? Это я. Наши, да, я понял. Меня снайпнули. Минус да. Каска, там медик за этим. А, там снайпер слева. А, я ему 60! Да, его убили, нормально. Супер идол. Я чуть супер идиот не прочитал, ну ладно. Зачем ты это сказал? Я не знаю. Мой мозг иногда очень странно работает, все нормально. Вода горит. Ну как бы вода может гореть. Теоретически нет. Вещества, находящиеся на воде и не смешивающиеся с ней, могут гореть. Но вода горит. Чисто за медика в раж пошел. А, и меня снайпер сейчас убил. Может, я попаду в кого-нибудь? Вот я говорил, что это слишком хорошо. Я обычно так, у меня такого аима хорошего нету. Чё-то я слишком хорошо играю. И вот. Я меня взорвал тот же чел. Да, чувак, не прыгай ты. Ой, дымы, ой, надымили. Кого ты там видишь? У нас немцев 11. Блин, гренами закидали. 13. Мы на кашель. Наша позиция красного цвета? А, ну да. Тем временем ты, который постоянно атаковал нашу же позицию. Кто? У нас что, сзади кто-то? Как по мне попало сейчас?
Там в кустах где-то снайпер. Ясно, понятно. Так, ладно, верните мне хпшку, я пошел. А плавать мы не могем, да? Ёлки! Как ты? Ты чё, читер, что ли? Как он из автоматического оружия? Я не понимаю, где ты. Знаешь, я, наверное, буду стабильно на спауне. Ладно. Не, серьезно, было бы... Я сейчас на мосту, я за баррикадой. Подхожу. А, это не ты? Один патрон в магазине, логично. Это наш медик наш, хорошо. Я пошел. Хорошо, сняли, молодцы. Меня опять убил снайпер, тот же. А, не, не тот же. У них два снайпера на двух сторонах. Я даже вижу, кто стреляет. Но я не могу попасть, потому что у меня нет оптики. Из-за того, что я играю за медика, у них первая цель, это я. Да ёпперес, это чуть-чуть не до... У них каких-то два чувака постоянно играют. Меня этот супер-идол уже раза 4-5 убил. Не знаю, до этого Цой и убивал. То есть, ну, опять же, те же самые чуваки, которые... Начиналось все так хорошо. Я прям вижу этого снайпера, как его разбирают. Ну, вот меня это... Тоже супер-идол убивает. Да я тебе говорю, какой-то чувак прям... То ли очень рукастый, то ли уж не знаю что. То ли читер. Ну, не хочется, правда, обвинять человека в том, когда ты не уверен. Ну, уж очень хорошо играет. О, 60 попал. Ну, я же говорю, то ли прямо руки, то ли читер. Хотя его сейчас тоже убили. А меня убил снайпер. То есть мы не можем спрятаться за баррикадами на мосту, из-за того, что нас контролируют снайперы. Кстати, сейчас справа тебя там снайпер убьет. Не-не-не, погоди. Чувак такой заполз за баррикад... Ой, блин, да. Кто? По крайней мере, кто-то другой. Да, шарпшутер, снайпер, реально. Но это меня просто вот первый раз снайпер убил. Контролирует. Блин. Сейчас постараюсь его убить. Нет, ну это pay to win. Нет, он сейчас меня опять убьет. Нет, я имею в виду, что, ну, чтобы взять шарпшутера, тебе нужно заплатить робаксы. Это получается pay to win. Донатерский режим. Так, а эти песчаные или песочные, как правильно? Вот мне всегда интересно было. Песочные баррикады, их можно разбивать или нет? Песочные баррикады, песочные. А почему не песчаные? Если карьер песчаный, а часы песочные, баррикады песочные. А этот, а сок томатный, а не помидорный, это как? А потому что томат это... Блин. Хорошо, новая загадка. Сложные вопросы. Новый год отмечают когда? 31-го или 1-го? С 31-го на 1-е, тут как раз все понятно. А, нет. Именно Новый год проходит, они отмечают. Хорошо. Если отмечаю, то и 31-го, и 1-го! Это... Ух, как страшно-то жить! Слушай, какие хорошие машины делали немцы. Вот этот Opel меня защищает уже сколько времени? Ну, в принципе, сейчас ничего не изменилось. Согласен. Вот это залив. Вот это залив. Была бы у меня греночка. О, ракета полетела. Ох ты ж, ё! Не-не-не-не-не, я понял. Ты ещё одна полетела. А, тут хилка есть. Да, мне как бы оно не надо. Я вроде как лечусь. Я высунуться не могу. Вот в чем проблема. Меня опять тот же снайпер убил. Блин, тут опять снайпер. Понял. Все, обратно за Опель. Можно я просто возьму атакующих? Мне бы за этот тигр перебраться. Чувака прямо за моей спиной грохнули. Я бегу с гранатой. Сейчас гранату всуну. Ой, есть хедшотик. Ой-ой-ой, как красиво.
чувак высунулся, ему сразу прилетело. Я пошел. Встань. Давай, я с тобой. Так, справа снайпер, я пойду слева сейчас попробую кого-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нет, нет, это была ошибка, это была ошибка. Чё, я убил его. Да, там прилетело просто со всех сторон, там, не то что его, там. Бегу. А мне 25 пулеметных очередей высадили, а я еще шумку, не знаю, у меня 100 хп. О, нет, снайпер, там... Это была ошибка, там сторон снайпера сидят. За кого нужно играть, чтобы у тебя был скилл высунуть шлем, чтобы проверить? А, ну как бы по шлему никто стрелять не будет. Да ладно, шлем сбивается. Нет, ну я же попал в него, Его, он прибежал сюда и завалил двоих тупо на пулемете. Ну, в смысле на автомате, на ППшке пришел и сейчас с базукой сидит. Я просто в него один раз выстрелил, попал на 60. Этот же идол. О, его убили. Я убил супер идола. Все, молодец, мне как раз за него ассист прилетел. Найн. Чайса. Хапла-капта. Хороший ник у чела. Что ты там прочитать пытаешься? Кайси. Ники, кого их убил? Кого убил? Кхалиси? Ты убил Кхалиси? Я не знаю кого. Я пошел в атаку, враж. Стреляй в макаку! Ну, в смысле, да. Да ну, блин, конечно, пожалуйста, это было... если я сейчас... Если я сейчас пробегу! Нет, я не пробегу. Есть, пробегу, меня прикрыли. Круто, молодцы, ребят. Все, я в тенечке сейчас посижу, отрегенюсь. Нет, я не... Там у них какой-то снайперский медик, который стреляет за километры, убивает тебя одним выстрелом. Я убил чувака, еще одного чувака посадил на 60. Короче, там чел, который стоял за березкой какой-то, за елочкой, я его хедшотом грохнул. Не знаю, может, это и был снайпер. Я тебя не слышу. Из-за чего? Из-за чего? Вы что, дураки по мне стрелять? Моя команда стреляет по мне, потому что я на другой стороне. Они думают, что я это не я. Слышно, не? Слышно. О, супер. Нам, кстати, эту баррикаду полностью разобрали. Идите сюда, на эту сторону, тут никого. Ну, почти. Куда, справа или слева? Там, где машина горит, через мост. Я тут более-менее держу. Это я сейчас тебя бил. Я тут пытаюсь, давай, я тут пытаюсь на крысу подшаманить. Вот он, смотри, побежал. Один раз попал. Есть, есть, я по нему тоже разочек попал. Ассист дали. Пойдем по нему с этой стороны, идем. Подожди, я тут хочу посидеть. Ты пулеметчик? Ой, тут наш. Нет, пулеметчик тут другой, да? Главное своими серыми касками. Окно, окно! Сверху! Второй этаж. Гранату кинул. Нет! Нет, нет, нет! Да ну! Ах, твоя... Кайси, я понял, кого ты убил. Меня только что этот чувак из окна грохнул, я просто не попал по нему. А из-за какого окна? Ты где был? Заходишь, короче, идешь за мост, заходишь вот это здание, которое находится слева, обходишь его с левой стороны, потом поворачиваешься направо, и там на втором этаже в здании сидит вот этот Кайси, кидает гранаты и стреляет из автомата. А я его обошел, и он меня убил. А, тоже? А, не. Эстастачу. Что? Какой Пикачу? Эстачу. Но мы там захватываем зону. А, Эстастачу. Эстастачу. Мне кажется, нужно делать новую рубрику «Читаем Никитаку». Это будет сразу же в трендах после «Читаю прикольные мемасы смешным голосом». Кто меня гасит, я не понял. Ты кто такой вообще? Ты кто такой? Есть! Да ура, мы захватили. Че, второго окна, второго этажа его выбили с окна? Я сейчас знаю. Вроде да. Вроде да. Идем на следующую точку. Вот сейчас самое веселое место будет. Что, прям так? А? Что, прям так, самое веселое?
Да, тут нужно будет окопы защищать. Блин, защищать или зачищать? Зачищать. Это разные вещи. Ой, есть, попал. В этом месте уже мы атакуем. Блин. О, добили чувачка, спасибо. Это я. Спасибо. Вот тут есть место, там, где можно сесть, и тебя никто не убьет. Круто. Вот тут, там, где у я тебя сейчас. Карты с собой вот есть? Вот так наклоняйся, и тебя никто не убьет. Блин. Ты сейчас где? Я за тебя. Где-то. Не знаю, иду к флагу. Я рядом с грузовиком. А, значит, я впереди тебя. Там кто-то за баррикадами. Куда ты бежишь? А ну стоять. Блин. Ну все, мы типа занимаем. Пойду бункер чекну. Тут даже не нужно было это ничего защищать. Но, по-моему, они тупо все повыходили. Как-то скучно. Нет, ну вначале было весело. Я думал, что сейчас мы ворвемся, будем окопы. Ха-ха-ха, я дорвал. Короче, я туда грену кину. Маленький мальчик нашел пулемет. Долго в селе никто не живет. Больше на пляже никто не живет. Ну тогда, похоже, да, все, ГГшечка. Ну, как бы мы выиграли. Да. Сейчас они опять начнут атаковать. А есть они? Блин, Элайз, за Элайз написано очень много чуваков играет, но я их не вижу. А, минутку. Вон, видишь, это транспорт едет. А у этой игры конец есть или она вечная? Она вечная. Я такой думаю, сейчас раунд закончится. Ага. А, ясно, понятно. О, я кому-то вон дам, видишь, транспорт, да? Вижу. Ну, короче, транспортер или как? Я, короче, там какой-то по голове попал, водители. Погладил. Да стой ты! Не прыгай. О, еще один. Ты что, с пулемета лупишь? А, не с пулемета, с автомата. Блин. Из-за того, что он косой, как бы у меня получается большой... Рандомные хедшоты, блин. А, не, ну то есть я попадаю по транспорту, а там уже если залетит, то залетит. О, у меня звук пропал. Круто. Стрельбы. У меня нет, у меня все хорошо, кстати. У меня опять появился, это когда много людей стреляют, как бы... Чуваки упорно не хотят высовываться. Странно. Они остановились там. С чего бы это? Э! 95 прилетело! С чего может прилететь 95? Со снайпы. О, мне тоже прилетело 95. Погоди, а снайпа не хедшот? Почему я из коряка хедшотаю чуваков, а они меня нет? О, нуб пришел. Тебя могут с ППшки попасть в голову. Видимо, это была ППшка. Просто с ППшки в тело вообще урона нет. А в голову там очень много. Ну, я понимаю, там что если с винтовки выстрела, 60 это... заходит. Ну, это 90 урона. Угу, угу. Ясно, понятно. Или снайпер в тело попал. Блин, я только сейчас корабли на горизонте увидел. А смотрится-то как хорошо. А ты корабль там не видишь? Я же говорю, только сейчас корабли на горизонте увидел. Там два, как минимум. Ну да, там... Я только сейчас увидел второй. Ой, только сейчас его заметил, я думал, что там один. Блин. Моя жизнь больше никогда не будет прежней. В, внимательность. Ладно, ребятушки, похоже, мы выиграли этот раунд. О, у нас тут прям инженерчик подрулил, начал что-то крафтить. А на этом, я думаю, будем заканчивать эту серию. Истеричка, уйди отсюда. Ладно. Граната! Своя не своя. Это не сын, олай. А, ладно. Я такой, знаешь, под ноги прилетело. А почему, минуточку, а в самом деле домовые выглядели так же, как и High Explosive? То есть с такой же деревянной ручкой? Надо будет, кстати, потом посмотреть, проверить. Поэтому да, ладно, ребятушки. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, попра. Всем ладушек. Всем пока.